Всем здравствуйте, это магазин Ракета, и сегодня у нас на обзоре LOL с волосами второй серии. Упаковка выполнена в виде тубы, точно так же, как и первая серия «Обе волны». На лицевой части изображена вот такая вот девочка в полосатых штанах. Вот сзади, как всегда, изображен такой вот как стикер, где 15 сюрпризов, зеркальце, расческа, какой-то аксессуар, одежка, обувь, бутылочка, очки, ну, под такое секретное сообщение, креслица, ну и сама кукла. Снизу написано, что стили могут отличаться, ну и от воды она, возможно, будет менять цвет. Снизу продублирована точно такая же комплектация текстом. Вот по-английски, если мы можем читать, то включает одну куклу, один или два наряда, одну пару обуви, 5-8 аксессуаров, одну расческу, одну бутылочку, один контейнер, одно секретное послание и одно бумажное зеркало. Вот, с этим все понятно. Как всегда, упаковка покрыта несколькими слоями, которые интересно снимать. Ну и, в общем-то, давайте и приступим. Снимается по стрелке сверху. Здесь, как всегда, простроченные такие штуки, чтобы легко можно было снять, отодрать. Под первым слоем находится второй такой вот клетчатый. Тоже здесь ничего, в общем-то, обычно под первым слоем уже начинают сюрпризы. Здесь, как мы видим, ничего не произошло. Второй слой снимается горизонтально. Так, это какая-то у нас бумаженция. Здесь у нас находится инструкция. И, собственно говоря, само зеркальце. Вот такое вот. Эту клееночку надо снять. Да, вот, и получается настоящее зеркальце. Положим сюда, это уберем. Вот, и это у нас инструкция, ну, в которой написано, что как открывать. С этим понятно, я думаю. Вот, упаковка выполнена в виде спрея, точнее, наверное, как вот банка с лаком для волос. Тут даже написано Hair Spray Ultra Hold, типа суперфиксация. Вот, верхняя часть открывается, здесь уже какой-то вид у нас. А, здесь у нас ручка. Да, здесь у нас получается ручка на цепочке, чтобы носить эту баночку. Крепится она вот сюда. Такая вот защелка вставляется с одной стороны и со второй точно так же. Вот. Это вот, получается, эта верхняя часть, она может быть использована как подставка. Вот сюда как раз входят ноги куколки, и вот будет она тогда стоять. Вот, если мы на крышечку какую-то поставим. Вот так вот. Нижняя часть снимается. Вот. И это у нас будет выполнять здесь, если мы откроем. Вот, получается, вот это вот, там, где как нажимать, чтобы спрей выходил, мы ее снимаем, и если ее поставить сюда, мы получим кресло для держателей, для бутылочки, где будет находиться. Сюда можно поставить бутылочку, ну, а сюда посадить куколку, и она будет там возлегать. Так, это есть, это есть. Сюрпризы можно доставать сверху, но я думаю, что мы откроем их спереди, как надо. Здесь есть специальные выемки под пальцы. Как-то так это открывается. Это у нас лист коллекционера. Ну вот, и тут получается у нас сколько? 6, 7, 8, 9 куколок в коллекции. Так, Star Queen, Ай-Ай, The Amazing BB, Offbeat, Wake Up Cutie, Rain Cutie, Shine Bye Bye, Small Fry и Slice. Ну все, вот здесь вот тоже нарисовано, что они от воды что-то будут, с водой как-то будут взаимодействовать. Ну все, с этим понятно. Тоже пока это все уберем. Вот, сама куколка находится в таком вот пластиковом чехле уже. У каждой куклы будет свой, разный, по как раз, ну, так, чтобы он к ней подходил. Снизу вот такие две штучки. Мы их снимаем и достаем куколку. Это у нас The Amazing BB. Ну, класс. Волосы очень густые, мягкие. Сейчас давайте, пока мы ее не одели, давайте сразу посмотрим, меняет ли она цвет у нас. Я вот тут принес холодной воды. И сейчас мы ее опустим в эту воду. Посмотрим, будет ли она менять цвет. Мне с этим всегда не везет, честно сказать. Я, по-моему, только одна у меня меняла цвет. И то, по-моему, там в коллекции Hair Flip, по-моему, они все должны были менять. Поэтому я так и не понял, повезло мне или нет. Но вот сейчас посмотрим. Тут, по-моему, все должны менять цвет. То есть у нас вот так вот посинело наше боди. Посмотрим, меняет ли лицо. Нет, на лице ничего не происходит. Да, наше боди посинело. Да, правда, это ненадолго, при комнатной температуре она быстро меняет цвет назад на свой такой коралловый. Если над пальцем, то вот видите, как получается температуры, сразу все приходит назад. Так, ну и давайте откроем пакетики и все посмотрим наши сюрпризики. Так, ну и вот. Это ее плащ. Он, кстати, такой мохнатый. Как игрушки Sylvan Families. Вот, может, если знаете такие. Да. Это есть.
Это ее шляпа. Цилиндр. Ну, большой такой вот, на большом креплении. Вот. Так, тут у нас что? Надо, давайте большой пакет откроем, там одежка. Чтобы ее уже начать одевать. Да, вот получается. Тут уже давайте. Это ее фрак. С красной бабочкой. Трусики и фрак. И обувь. Попробуем сейчас это все одеть. Надеть. Так. Это есть. И трусики. Опля. Так, это есть. Ботиночки. Цилиндр. И плащ. Ну, как-то так вот. Ну, класс. Только шапка у меня падает. Ну, так нормально. Я думаю, что ее можно, кстати, пропустить через волосы. Тогда она будет лучше держаться. Да, наверное, все-таки. А, хотя тут косы. Можно попробовать вот так вот сделать. Ну вот. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут, где бегуди лежат. В этих коробочках. Здесь должна быть бутылочка. Ну, собственно говоря, и есть. Ничего на ней не написано. Просто темно-синяя бутылка с верхом. Серебристым верхом такая вот. Ну, мягкая, как всегда, виниловая. Посмотрим, как она ходит. Бутылка-держатель. Так, и второй бигуди. Посмотрим, что здесь. О, здесь расчесочка. Гребешок такой. Можно расчесывать. Так вот. Здесь косы заплетены. Их можно расплести. Тогда будут у нее прекрасные волосы. Вот, я этого не буду, наверное, делать, чтобы ничего не портить. Так, попробуем посадить ее сейчас в свое прекрасное местечко это. Ну, красота, удобно. Также можно ее поставить на подставку, ну, тогда будет стоять так вот. Вот так вот. Все, также идет в комплекте подсказка. Love your hair. Люблю твои волосы. Написано. Ну, еще такой вот стикер. Подождите-ка, я же еще не открыл один пакет целый. О! Еще целый есть пакет сюрпризов. Здесь, получается, у нас такие заколочки в виде таких вот, в виде бантиков серебряных и две резиночки, которые тоже можно навязать на волосы. Ну вот. Как-то так у меня получилось. Да, плюс еще есть две заколочки, но я их уже не буду закалывать. Хотя можно. Мне кажется, это перебор уже чуть-чуть. Хотя. Нет, это перебор. Это явно безвкусный перебор. Да. Вот так вот еще куда ни шло. Кстати, плащ какой-то липкий. Не знаю, что это такое. Может, они хотели его покрыть такими же волосами и с внутренней части, и да не смогли, не знаю. Но в любом случае, я не думаю, что это как-то опасно. Ну вот, в общем-то, и все. Это был магазин Ракета. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш YouTube-канал. Всем спасибо, пока!